как проходит улов? 200. Рыба есть? Да, трофейчик, да? Помогли, да. Погода, ребята, вообще классно. Повезло нам сегодня с погодой. Ребят, всем привет. Сегодня вот приехал на рыбалку. Так, ребят, тут очень много в Тудакуль. Там тулип сидит. Вот. Приехали ребята, тоже вчера приехали. Улов так сама взяли. Там еще судаков хороших. С той стороны носор сидит тоже. Вот. Бутур здесь тоже вон. Бутур, всем привет. Салам алейкум. Всем. Рядом у нас гости пожаловали, стадо овец. Ну, короче, ребят, посмотрим сегодня. Вот приехали, сейчас лагерь поставили. Так, вот наш лагерь. Палатка. Столик. А вот там рудпод. Удилище сейчас начнем. Наверное, готовить прикормку, да, Бутур? Да. Сейчас прикормку начнем готовить. Вот. Ну, обследуем, да? Где рыба стоит, что? Проверим, как. Проверим, да. И начнем, наверное, рыбалочку. Надеюсь, будет нормальная рыбалка сегодня. Ребят, кругом друзья, ребят. Да, и справа, и слева все свои. Я думаю, что не скучно будет сегодняшняя рыбалка. Вообще скучно не будет. Скучно не будет. Так что... Результат покажем. Пожелайте нам удачи. Да. Ребят, вот судак попался. Туклей сесат. Все сатабазилот к тебе, но 2 часа дал сад к тому кругу. Опа! Безалат. Индилака игрим. Я еще сом попался. Посмотрим, его тоже взвесим. И это будет когда? Не, нам все, да, где-то под 7 еще. Все. Нет, конечно, потом не туда скрыт, мы до сам занятий. Всегда. Хороший. Что там, мама? Запиши дождь. Удачи вам. Майли, соловьи, что мальчик. Завершил секи, молодец. Вот сейчас Бутур готовит у нас прикормочку. Вот, а что добавляешь? Манную кашу. Ну, вообще будет. Дробленая кукуруза. Да. Пшено, кажется. Пшено, земно, да. То есть, да? Это, да, да. Так, из заводских этих тоже у нас есть, да? Или да, заводского. Есть покупная у нас вот. Несколько штук. Фидер, да, сазана тоже есть. Привет, который есть. Ну, короче, ребят, будем пробовать все. Полская. На что будет поклевки, да. И дальше на это будем реагировать. Добавим, конечно, кукурузу вот палочка. Ну, короче, все это будем пробовать сюда. Ребят, мы сейчас начали уже забрасывать. Вот. Посадили вон 2 прикормки на кораблик. Так, дальность какая будет у нас, Бутур? 117. 117, да? Эхолот показывает, что рыба есть, да? Правильно? По точке, да. Нодер? Да. Эхолот показывает? Да. Все, давайте первый рейс с Богом. Так, к нам гости. Толик пожаловал. Салам алейкум, рыбаки. Че, как проходит рыбалка, Толик? Отлично, отлично. Погода удачно, все хорошо? Да. Салам алейкум. Да. Салам алейкум всем. Давно мы не виделись. Да, вот. Да, да, вот так и только вы... на этом, на соревновании увиделись, да, да, Толик? Да, да. Рад был вам, так, у нас вот первый рейс пошел.
Да, 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 так это, да, да, да. Бьешь нам рост, что с вот. Кошка, ты не человек? Ты удилишь сразу. Заносим сейчас. Сейчас посмотрим на эхолоте, что у нас на эхолоте творится. Так, ну давай эхолот покажем. Показывайте. Эхолот бы ехали, а вон идет. Не, чего это? Ну хоть точку пас, а вот. Что? А не так, не? А раф там точку. И на вайк нет? Вот пошел, сюда? Пошел раф, раф и холод. Вот пошел. Вот. И холод раф сейчас. Ну мы заметили, да? На глубине, да. По-моему, два с чем-то было, да? Да, да. Ура. Сейчас покажем. Сейчас постараемся. Ну, там метры? Точку бросить. Метр. А куда вайк точка какие-то сейчас, знаешь? Дмитр, да, здесь? Она же. Мы решили сбросить, ребят, на 3200. Вон рыба есть. И сколько метров? И вот на дне рыба, и сверху рыба. И вот тоже рыба пошла. 100 метров. 100 метров. Курмичку, джагда, когда хора. Да, не. А, бу***, любую рыбу мы видим чем-то. Бля. И... А? А, хаусит, хаусит. Есть, да, кидай конька. Все забросили, ребят. Сейчас будем ждать. Поклевок, но еще рано для поклевок. Я так не думаю. Ну, в принципе, у сазана сейчас жор. Ну, посмотрим. Если будут поклевки, обязательно снимем, покажем. Ну, такие дела, короче. Он батарей идет, тоже забросил все. Кораблик я хочу ближе вам показать. Вот комарат. Классный кораблик. Кстати, я тоже взял. Ну, у меня на 5 сантиметров чуть меньше. Вот такой же большой у меня вот. Вот комаратик. Хороший кораблик, советую всем. Классно. А вот уже кораблика реклама когда мне. Желающие будут, пожалуйста, обращайтесь. Вот бутуру. Кораблик, если надо будет. Рыба. Поймать рыбу. 100% поклевки будут, 100%. Вечером еще покажем результат. И на бочи начнет играть. Не, барбар, гопро, зумашные. Ребят, рыбалка у нас продолжается, пока поклевок нет. Нежные есть поклевки, но ничего серьезного. И бутура тоже вот нежные поклевки были. Да. Мы недавно были здесь, да, где-то месяц полтора тому назад. Бутур, да, помнишь, да? Да? Сидели с друзьями, ребят. Ну, такая дружеская компания была. Вот, я сейчас вам отрывок поставлю. И к вечеру мы хорошо взяли, да, сюда? Да. Такие у бутыры попались. Привет, ребята. Ходите на рыбалку, тут хорошо. Да. С нами еще интереснее, ребят. С нами еще интереснее. Приезжайте с нами вместе. Приготовили, ребят, вкуснейший ужин. Там куда шмо? Это шедевр от Шаруха. Это вот фантазия, это называется черный нор. Ошты гана. Узмыз гана тахлады гана. Посадите его. Инвайбай, шурик бакин дитический. Ана, муба. Там уже бот... один готовый, да, еще? Один готовый, мексиканский хинкали. Это готовый у нас, да? Мексиканский. Ребят, приготовили такой вкуснейший ужин. Шар... Во главе Шаруфа. Шаруф там, как у нас... Как... Да, он профессионал по этой части. Приготовил нам очень вкусный ужин. С ребятами посидели, поужинали. Да, вот так вот, опа! Угли готовы уже, да? Да, уже угли готовы, опа! Так. Вот так вот. Здесь страус, барашек и опа! Теперь помогай. А, еще камни, да, будем кидать? Да, сейчас камни будем, чтобы камни согревали. Так, давай я тебе вот так буду подавать. Да, вот так вот. Камни согреются. Сейчас камнями. Это будет называться... Новый рецепт в Узбекистане, эксклюзивный вариант. Мы такой бег. Я представляю, сейчас... какая вкуснятина будет. Сейчас. Welcome, Pushing Al-Bukhara. Сейчас, короче, сейчас вы увидите, какой будет эксклюзив. Сейчас эти камни нагреются, вкуснее. Welcome, Pushing. Вот так вот мы сейчас закопаем и его закроем сейчас. А, песком закроем? Не, да, вот этим закроем. Вот так вот, все, пошли. Рыбалка с друзьями, это самое дорогое, ребят. Самое лучшее. Встречаемся на ужине, пока-пока, ребят. Да. Пока.
принципе, была такая рыбалка, на которая надолго запомнится. Вот. Тем более давно не виделись, и в этот момент так получилось, что да. Мы вместе попали, да? Вместе попали, друг друга один давно день. Не видели. А вообще тогда я приехал один рыбачил. И потом подъезжает как раз Ботер с ребятами. И как-то присоединились, и рыбалка, честно говоря, такая веселая компания у нас получилась. Далась. Да. Ну, надолго запомнится эта рыбалка, ребят. Я вам сейчас поставлю отрывок от нашей рыбалки. Вот, ребят, вот этот сазанчик у нас, да? Сазан. Красота! Это благодаря Ботеру? Это благодаря Ботеру Джону и его кораблику. Сюда куйский сазанчик, светленький такой. Она мин чива гриф? Вай, погай, прикол, как бы ищи. Чива гриф, тупо гриф, тукардем, тукардем, не пунума. Живи, живи. Один, два. Три, короче, наши. Вот третий идет, смотрите, ребят. Это маленький у нас. А вот это первый крупный, ребят. Маленький? Вот судачок, смотрите, ребят, какой. Ака, паскнит. Коровщик у нас готов, да? Все готово. Так, у нас ужин готов. Чёрбочасы на карай. Смотрите, какая поклевка, ребят. Чуть бы удилищение утащил бы. Яхши тштылеки. Яхши урдылеки, да? Хорошая поклевка, ребят. Хорошая. Аж чуть бы удилищение унес. Сейчас посмотрим. Пойкада. Ар, ярым сотик. Кел тулинда, ар, ярым сотя. Пойкада. Нормально. Нормально? Да. Килограмм есть. Больше кажется? Может, да. Вот он. Бля, ерга кишка урод далеки, бля, ёхал. Она нам типа вылю, вот он. Видишь? Хороший, слушай. Хороший. Борырин. Хороший. Сзади иди. А у меня чёрки лёй бдагис. По-моему. Хороший видно, вон смотри. Только. Все, взяли. Все. Красота, красота, красота. О, пятерочка, по-моему. Пятерочка. Сейчас это мы грязом пьяный. Значит, блядь, мои. Пошел я, бля, заблудил. Ближний. Два что ли, блядь? Это больше. А весы есть еще здесь? А где он взял? Да, в глаз. Он вышел, в глаз попал, смотри. Не, другой. Че? Вот сазан наконец-то. Поклевка была. У Робинзона Крузо. Якуб Крузо, молодец, Джире. На, Якуб. Сам подержи. Возьми свою рыбу. Да. Трофейчик, да? Помогли, да. Якубу помогли вытащить. Троечку, наверное? Да, чуть там, больше где-то. Да, где-то. Это венгерский, да? Да, венгерский карп. Нормально. Хороший сазанчик. Очень есть. Рыбалка продолжается. Вот так хорошо, смотри, Бабин. Ну я мало с мечей там же, да? Смотри. Они его мог, да? Интернет назад. Видите, что творят, ребят? Спиртел. Вот так они сеть кольцом бросили. Поэтому... На блодку веслами бьют, шумят. Сейчас, наверное, будут вытаскивать сеть. Это новый способ ловить браконьерство. Вот, пожалуйста. Вот ты чем занимаешься? Я поводки делаю на судака. Еще рано, может попозже, да, будем? Не, я сейчас подготовлю, чтобы на старте было все. Вот у тебя такой вопрос. Сколько лет занимаешься, увлекаешься рыбалкой? С детства. Ну, сколько лет? С
сколько мне было? 6 лет, наверное, было. С того времени болезнь. Рыбалка это болезнь. Теперь вот. А вообще свою первую рыбалку помнишь? Да, конечно. Поймал маленького карпа. И с этого времени все. Начал. Не активно, а так. Ну, на любительском уровне, да, правильно? Да, конечно. Никогда сетями ничем не увлекался. Сети. Не ловил. Сети это для тебя. Будущее заканчивается, когда сети люди бросают. Потомки потом не будут ничего ловить. Ребят, сейчас так шумно чуть. Я думаю, что нашу беседу чуть попозже продолжим. А сейчас хочу еще раз показать вам браконьеров. Вон, смотрите, что творят. Видите? Вот так пугают рыбу. Сети сейчас забросили они. Где-то, по-моему, вокруг, да, бросили они, да. Если не ошибаюсь. Кольцо, да? Сделали. Кольцо сделали. Сейчас пугают рыбу. Сейчас, наверное, будут сети вытаскивать. Смотрите, что будет. Да? Чтобы у них лодка сгорела. Прямо в воде. Вместе с ними. Да, правильно? Да, правильно. Эхаба, а что такого? Что это такое? Говорят, вот так, рыбалка, это. Я карабан убанан, а не дальше иси, да? Есть? Сейчас бутер поможет. Акула, акула. А с меня бутер? Майдан. Майдан? Майдан. Байку, карас. Карас, айтем, бред. Да, карас такой небольшой. Ну, у нас вчера, да, у нас больше было, да, карась большой. Вот такие, такой карасик, ребят. Пошла. Передай, Илья. Здесь я бросил креветницу, ребят. Сейчас посмотрим, есть креветки, нет. Если попались, то это хорошо. Если нет, то будем ждать вечера. Потому что вечером креветок будет много. Так, я вижу, по-моему, ни одной креветки нет у нас. Нет. Все мальки на месте. Креветок нет. Хотел где вот эти вот камыши бросить, но глубоко туда не дойдешь. И так уже вода тут почти до бедра. Короче, креветок нет, ребят. Идем на свое место, попробуем там бросить. Опять та же, да? Да. Опять же сигнал пришел, ребят, сейчас. Ребят, дергает, ребят, пускает вперед. Ну, это мелочь, это не крупно, мне кажется. Дистанция самая близкая, это где-то под 100. Это 90 метров, что ли, мы забросили. Он отпустил он сейчас. Так. Да, или вобла, или карасик какой-то. Или нет? Не есть. Вот, ребят, вот этот воблочка, видите, вот. Играл, играл, играл. Вот он попался. Еще одна поклевка, ребят. Вот. Ой, ухубью на крузо. Еще одна поклевка. Что-то сегодня день егошний. А, вот, вот рыба. Кани по сагасме? Вот, вот. Не этот, нет, дальше. А дальше еще? Да, это почкот, даже. Я думал, этот. А, который мы до этого брали. Идем как рукам. Послы. Я
Змей голов? И верно. Вот, вот змей, ребят. Как он попался, смотри, хорошенький, слушай. Вот он. Вот она. Вот он змей голов. Так, в какую погоду змей брать? Это большая редкость. Вот такой змейчик попался, ребят. Змейчик, да, попался? Да. Вот, возьми в руки. Удивляет нас, да, блядь? Возьми в руки, покажи, да. Сегодняшняя рыбалка такая непредсказуема. А как он умудрился туда попасть-то? Видимо, малек был, он... Да. Так, у нас вот приклонки, две. Сейчас два заброса сделаем. Нам гром. А, да. Все. Получше. Да, да. Все. Так, инжиус, Саныч, нормально. Жизнь вот у нас. Эхолот тоже заработал, ребят. Вот, видно. Кораблик пошел. Так, мы сейчас готовим нарезку с бутера. Это у нас на судака, правильно? Бутер? Да, на судака сейчас. Пробный вариант, да, будет у нас? Так, сейчас, подожди, откуда мне взять его? Лобло, да? Сазан. Сазан? А брорец здесь капец, как он еще? Это не помни? Карасик маленький попался. Вот. Маленький, нормальный. Нормальненький, да? Сейчас ближе покажу, сейчас ничего не видно будет. Вот у нас карасик. Бутуру попался. А, бутур? Хай, с первой рыбкой. Слушай, хороший карасик. Хороший, да. Добротный такой. Ну. Видно, да? Сковородка. Да. Когда сам аккурат, а? Вот он, наверное, вот перепутал все у нас. А поклевки-то такой не было, что ли? Да, да, дикий катков, сам куда шел. И Карасик. Ребят, карасик такой хорошенький. Ну ничего, на этот пойдет он на сковородку самое то. У нас вот сейчас поклевка была, ребят. У бутера. Сейчас вытаскиваем. Должен сидеть судак. Вроде есть, да, вон. Сейчас я ближе подойду. Да, поближе подойду. И постараюсь вон, вон это все снять. Вон идет. Так, судак. Два судака. Два судака вижу. Два пока. Это уже? Буклет. Буклет. Сепли. Ну, небольшие. Вот второй более-менее. Сепли. А, три, оказывается, вот тут. Вон еще один. Вон, вот, ребят. Вот, ребят. Давайте я вот этот крупного покажу пока. Вот он. Так, дальность у нас сколько было бы тут? 260. 260? Да. 260 метров, ребят. Вот такой штык. А тут мелкий. Ну, это сейчас отпустим, вот это, да? Это? Вот это покрупнее. Да, мы сейчас. Этот уже, этого не отпустим, этот уже мертвый. Не? Не, живой, да, можно отпустить. Ребят, мы сейчас их отпустим, потому что эти вообще карандашики, можно сказать, вон, мелкие. Сейчас. Эти более-менее еще. Верно. Так, вот первый отпускаем сейчас, ребят. Так. Один, да? Живой. Ну, сейчас себя придет, он уйдет. Все, пусть пока стоит. Уйдет он, сейчас себя придет. Второго тоже отпустишь, да, Бутуш? Да, конечно. Да, второго тоже отпускаем, а этого пока оставим, ребят. Этот вроде нормальный еще. Где-то на 800, на 900 граммов. Вот этот вот, вот рука, вот это хорошенький сейчас. Так, один пошел, вон, поплыл вот этот, второй. Вот он. Идет, ребят, он плывет, все, пошел. Уйдет, уйдет. Ребят, вот я тоже вытаскиваю, у меня тоже, кажется, поклевки тут. Так, кто у нас тут? Вот так. Бутур! Инджабам ягвеляк! Не, як-то пока. Так вот,
Один судак. Видно вам, да, ребят? Вот. Вот один судак. Так, дальше пошли. Что у нас тут еще есть? Так. Один пока судачок. Вот. Пока один. Ну ничего. Вечер только у нас начинается. Ну такой, на, наверное, на грамм 800-900, наверное, не крупно. Но все равно приятно, ребят. От нуля ушли. Вот такой вот судачок попался. А мы нам сухой, не? О, ребят, подходят сейчас, чтобы помочь. Да, не, ань ту брата, говори, как маш варим. Не, это больше. Съемка идет? Да. Видишь, что? Ну, дурбинетка нам еще брумат, мы его была с минам же. Так, у нас операция реанимация проходит. Он будто реанимировал его. Ну, нормальный, да, такой судачок? Хороший. Не скажу, что крупный, но пойдет. А мешми? Вот, ребят, мы сейчас готовим нарезки на судака. Вот. И будем сейчас обратно забрасывать. Да, очень сильный ветер. Мы решили, открыли палатки, и вот палатки начали жарить. Вот, ребят, готовый продукт у нас. Какая красота, смотрите. Красненько, красненько. Ребят, сюда попался. Сейчас будем вытаскивать, ребят. Вот на судака кидал я. Сильный ветер, я не знаю, что тут есть, что нету. Но рыба должна быть. Рыба должна быть. Вот, ребят. Вот такой. Большой. Но все равно. Сюда чего посмотрим. Еще один. Это второй типа. Ну,
Ну, пойдем. Один такой карандашик маленький. И все, вот. А он уже мертвый, его даже не открыть. Он Дима ночью попался. А нет, живой. Пизна отпускай. Пусть раз тут дедок позовут. Дальше. Ребят, минут 10, наверное, вытаскиваю я это узилище. Вон, покажется, рыба есть. Вон, кажется, не знаю, или водоросли. Но вроде показалось, что есть рыба. Так тяжело идет, ну. Какой-то... Что там еще висит, я не знаю. Он что-то тащит сверху. А что это, я не понял. Да нет, это не рыба вроде. Бонус собрал. Так. Вон один сазан. Это и сюда. Какой-то поплавок еще там. Мне кинопчик-то. Сейчас, ребят. Вот. Сизники на массу? Вертенка. Ага, буя массу. Ну, огурки лёпта был. Один сюда, вот, ребят. Ребят, всем доброе утро. Проснулись ночью. Не знаю, ни одной поклевки не слышали. А вот спали как битые.